хотя мы 24/7 пиздим. Есть совет от гения. Бросаю его нахуй. Очевидно, я лучше. Лол. У меня не очень... как это... Не очень укладывается в голове, как ко мне можно ревновать, если, ну, типа... Я не... Ну, я... Блядь, Дарья, нахуй. Когда, блядь, мы с тобой общались? Не через деньги. Типа, не через донаты, блядь. Вот. Ну, типа, с его точки зрения, допустим, меня он не знает вообще. Ты мне даешь деньги, я на них отвечаю, типа. Все. Ну, типа, я тебе с большей душой отвечаю, потому что, ну, типа, я знаю тебя уже, да, длительное время. Ты, то, что ты меня смотришь. Ну, блядь. Для него это должно быть, ебать. Как ко мне может наревновать? Типа, если ты у меня нет в друзьях, если у нас нет с тобой переписки, блядь. Что, чтобы как? Сейчас, а ну-ка, все, господа, этот, бежим. А любая, как этот, как называется, любая ревность – это неуверенность в себе. Я, например, никогда не ревную, потому что думаю, ебать, я охуенный рэпер, у меня концерты, блядь, пятерка мое имя, сука, я даю концерты в клубах. Алло, здравствуйте, вы первый космонавт СП? Да, первый, кто, ну, я первый, не, ну, я первый космонавт, второй космонавт, который приземлился, но я первый космонавт, который переделал дистанцию в 10 миллионов блоков, вот, и упал. Сколько вы летели все-таки? 13 дней я летел. Блядь, охуенно. А как вы приземлились вообще? Четко. Ну, меня сбили. На элитрах чел подлетел. Я когда на 100 тысячах был, меня сбил эликсперч. А как он тебя убил? Мечом. Прикол. Слушай, вот. Так ты эту сотку мог бы долететь до конца. Я в курсе, да, но... Да, я бы вышел на 10 тысячах, и мы бы позвали людей, но у меня ломка. Я хотел зайти на уже побегать. Так а что там летит 100 тысяч? Это несколько часов максимум. Потрогать траву хотел, потрогать уже, понимаешь, землю. Вот врыться вот этими зубами в корни вот эти, понял? И вот я могу вот рассказать, вот. Какой мы ивент вообще планировали для тебя, Заки, сделать? Ну, ты давай, был беспилотник ФБР, который сбил Заки, и я тут нахуй. Здравствуйте, ну, вы сбили, собственно, кстати, вот... На армию упало мое МКС, к слову. То есть там везде разрушение везде. Вот. Короче, рассказываю, какой мы ивент придумали. Когда Заки ушел, я вкинул идею про то, что, ну, Заки же, по сути, был грешным, да? То, что он нарушил там заповедь. Да, да, вот эти вот с щитами. Я играл. Подумал то, что нужно Заки сделать, причислить к лику святых. Ага. Как бы мы это разыграли? Заки, получается бы. Начали бы лететь над Нотр-Дамом, на спавне, да? Мы бы там пробили дыру, в которую Заки полетел бы вниз, прям в центр. Прям в центр, где во время этого священник бы читал проповедь. Он бы читал проповедь, которую я бы сам написал, которую заготовил. Мы даже начали кастинг актеров, у которого был бы максимально такой басовый голос, чтобы он мог нормально зачитать, так сказать. И мы даже нашли хор мальчиков, которые бы пели в это время. Такие ла-ла-ла-ла! Вот такую хуйню если, бы если бы ты рассказал, если бы ты мне рассказал то, что так будет, я бы не сказал, почему меня убить. Потом Заки просто, он же у него плавная левитация 10, он бы медленно спускался бы вниз, и священник бы, я бы написал бы нормальный текст, что он начал бы говорить, какой Заки, ебать, он вознесся и вернулся к нам обратно на землю, потому что такова была воля Геннадия. Он искупил свои грехи, он познал, он раскаялся, и из-за этого мы причисляем его к лику святых. И он вот так в топозе медленно бы спускал, такой... Подойдите, я хор мальчику зайчику. Вот это, вот это. Ове Мария. Да, да. Да, навалили. Не, ну если бы я знал, я бы тогда не убивал. Но я у Заки спросил у него убивать. А сколько ты потратил времени, чтобы взлететь на 100-тысячные координаты? Тебе, бля, я думал, на миллион, на 10 миллионов. Ну где-то я полтора часа летел, я двое литр сломалось у меня. Вот. А сколько фейерверков? Ну, у меня фулл инвентарь фейерверков был где-то, ну, наверное... Стоп. Полторы строки, которые на три секунды полет. Ты 20 стаков фаров потратил на то, чтобы ко мне долететь? Да. Ну, элитры 10 стаков стоят. Так, ну, они же не ломаются, без, ну, типа, я их починил. Стоп, подожди, тут еще важный момент. Алексу Перчу же потом тоже надо было лететь вниз.
Ну да. Так я же без левитации, я очень быстро, еще плюс элитрами. Я долетел за 10 минут вниз. Вообще изи. Нет, это нормально. Нет, тогда нормально, реально. Ну, так вот. Вот. Теперь завтра, может, отпразднуем в армии внутри, но там, правда, все разрушено почти. Вот. Там МКС упало, потом в воду свалилась. Хуям. Не, ну вы хайповые. ПВО нормально, братанчик. А ты когда приземлился? Сколько прошло с приземления? Минут? Где-то минут 30. Ну, нет, 40 где-то. 23.35, ну вот я тебя сбил. 23.35. 23.35. То есть вы пошли его встречать, и в итоге я без вас играл, потому что вы... 23.35. Да. Я вас поздравляю с приземлением, реально. Час назад. Мне кажется, вы должны выпустить какую-то лекцию, людям рассказать, что вы видели в космосе, инопланетян, может... Нет, я видел все в космосе. Вот когда я увидел человека вот в виде вот этого демона. А я думал, у тебя будет voice mod включен, я залечу за роботом, а ты просто... Я так обрадовался, когда увидел пиксели другие, кроме белых, черных и белых полос, и белых снегов, и всяких. А что там Трэвис Скотт делал? Да, я представляю, если я после полутора часа полета обрадовался пикселям. Блять, полтора часа чел летел вверх. Это же надо кнопку нажимать. Но персонаж постарел, правда. Вот. Не, ну нормально, там время по-другому. Да, блядь, кто по мне стреляет? Что за хуйня вообще? Максим ебаный. Меня сейчас убьет. Ну, получается... Захуярю нахуй, нахуй. Гэпли хавай. Ну вы будете рассказывать, что вы видели, там теории заговора оформить? Короче, всем правит тайная организация, называется ОТО. Значит, у них 16 пунктов есть. ОМО, вот, ОМА, да, ОМА. Которая управляет вот сервером 16 пунктов по захвату власти. Могу зачитать, хотите? Да, пожалуйста. Секундочку, дайте мне минутку. Значит, внимание. Шаг первый. Создать общественную организацию с благими принципами демократии. Шаг второй. Активно набирать сторонников через свои медиаресурсы. Шаг третий. Подомнуть под себя все СМИ для следующей пропаганды. Шаг четыре. Активно критиковать власть в своих медиаресурсах, подогревать гоев к часу X. Шаг пятый. Создать свое полутайное боевое крыло. Активно проводить вербовку. Построить на спавне любую палатку, где будет висеть реклама вашего полутайного боевого крыла. Скопировать схематикой Трар, Дестин, Отс и активно тренировать молодых в условиях города. Назначение мобилизационного развертывания в час X поделиться на отряды и выдвигаться в определенные крупные города для захвата городских административных зданий. Захват офиса президента в столице Отса. Шаг 11. Захват спавна. А теперь так же только с выражением. Я могу скрин снять. Я просто заметил вот эту вот картинку. Нет, ты должен был продолжать. Я бы отошел бы и типа вернулся, а ты бы продолжал, и было бы смешно. Блядь. Ну уже все. Ладно, друг, пока. Знакомы? Больше не читай. Да, надо арт достраивать, придется там пройтись еще раз. Я готов пролететь. Блять, подожди, а 13 дней у тебя не закрывался Майнкрафт или как? Да, 13 дней не закрывался Майнкрафт, СП в целом. А что? Я играл в другие игры. Просто. Я говорю, гений надо было сделать гениальнее, чтобы спаунпоинт там поставить еще. Чтобы если он умрет, он там появлялся. Туда! Ой, хорошо, о, как. Бля, я ты проебал. Не, я все, ну. Ой, как хорошо. Вот, собственно, и охуенно, и потусили. Ребята, Криосус переносится на послезавтра, потому что завтра будет скам. Завтра будет... Лото. Приходите на лото, надеюсь, будет. И что-то еще будет завтра. Все, давайте, ребятки, тогда нахер. Когда партия в ДНД? Да вот я сейчас хочу выздороветь окончательно. И мы пойдем. Но тогда стрима в этот день, скорее всего, не будет. Когда у нас будет партия. Но мне уже Владбер написал. Или это и написал Владбер. Собственно, господа, приходите на концерт в Краснодаре. Кто живет, смотрите, я что для вас сделал. Тут кнопочка. Вот так вот под стримы опускаетесь, и вот сюда вот можете просто нажать и посмотреть, что там вообще происходит, вот какие там билеты вообще, что за дела, да, и нормально. Вот, заходите,
кайфуйте, пердите. Там випов будут впускать на час раньше, чем всех остальных. Особо не заебывайте, но взято с учетом того, что вы можете заебывать, там подойти сфоткаться, типа доебаться, это еще окей. Вот. Но особо не заебывайте, пожалуйста. Все, подпусечники, тогда всех целую. Ничего не буду обещать вам. Так, сейчас только подождите, мне надо научиться давать рейды. День третий. О! Блять, у Како ноль зрителей. Он типа специально под меня подрубил сейчас или что? А, ну да. Все. Все, всех целую. Давайте, подписчики. Да, да, завтра Хардстоун будет. Приходите. И нормально. Не хочешь с нами что-то посмотреть? Последнее, что мы смотрели вместе, была сага о Винланде. Во-первых, я досмотрел без вас, потому что вам стало неинтересно. Во-вторых, завтра скам. Угу. Да. Ну, нормально. Ну, давайте, всем пока.